Приветствую всех, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», я Владимир. И сегодня у нас распаковка вот такой вот большой посылки. Эта большая посылка пришла ко мне из Китая, заказывала ее моя супруга и заказывала ее для меня. То есть это мне подарок от жены. Значит так, что же здесь такое? Всегда приятно распаковывать подарки. Я знаю, что здесь, и это хорошо. Надеюсь, это оправдает мои ожидания. Так что давайте приступим, откроем и все рассмотрим. Значит, давайте начнем с того, что оценена она в $12. Весит 600 грамм, посылка дошла за 3,5 недели примерно. Трек номер отслеживался, все было хорошо, посылка запакована аккуратно. Единственное, вот здесь краешек надорвался, но это как всегда, наверное, кто-то где-то что-то кинул. Давайте распакуем и посмотрим. Так, вот так вот упакована посылочка еще дополнительно. Распаковываем дальше. Упаковано в пупырку. В принципе, повредиться ничего не должно. Повреждаться особо нечему. И оттягивается этот счастливый момент. О! Наконец-то я его достал. И здесь вот такой вот рюкзачок. Классный рюкзак, вот такой вот обалденный рюкзак, но это не просто рюкзак, поскольку супруга узнала о моем новом увлечении, о моем новом хобби, и она решила мне подарить рюкзак для фототехники. То есть это рюкзак для фотоаппарата, туда можно положить объективы, туда можно положить сам фотоаппарат, и все это будет вот в таком вот жестком рюкзачке с такими много разных всяких отделенецев. Можно его делать по-разному, как захотите, то есть подгонять его под себя для объективов, для фотоаппарата, для всего чего угодно. Вот такой вот классный рюкзак. Давайте разберемся поподробнее, что мы здесь имеем. Мы имеем здесь 1, 2, 3, 6 вот таких вот маленьких вставочек. Здесь вот таких вот вставочек, которые можно расположить как вам удобно, и уже располагая эти вставки, мы будем видеть с вами, что и как мы можем положить. Для примера я взял пару объективчиков, у меня есть, и попробовать вообще положить, влезут, не влезут. Вот видите, все влазит. То есть мы делаем кармашек, какой нам нужно для нас, да? Уменьшаем, увеличиваем размеры, вставляем. Можно сделать еще вставочки вставить. И все это вот такими мягкими вставками. Они внутри сделан плотный материальчик такой. Я думаю, что плотный поролон. Вставки все эти можно менять, вынимать, переставлять. Здесь есть пакетик с силикагелем. Но я думаю, он не так пригодится. Еще положили вот такой вот чехольчик. Этот чехольчик надевается сверху на рюкзак для того, чтобы он не промок. То есть этот чехольчик — защита от дождя. Но и это еще не все. Что мы имеем еще здесь? Мы имеем здесь два карманчика. Два карманчика вот здесь вот на клапане. Этот карманчик на молнии, один верхний. На молнии. И второй карманчик тоже на молнии. Сюда можно положить что-то для ухода за техникой. Допустим, салфетки, там кисточки. Все что угодно можно сюда положить. Какой-нибудь альбом, блокнотик, что-то записать. В общем, я не знаю. Я
пока никак не могу сориентироваться. Я очень-очень-очень доволен. Огромное спасибо супруге. Сейчас буду разбираться, вставлять сюда фотоаппарат, переложу его сюда, поскольку реально фотоаппарат у меня в гофре, но неудобно. В эту гофру влазит один фотоаппарат с одним объективом, и то вот, допустим, с большим объективом, да, он уже не влазит туда. Приходится снимать объектив, нести отдельно и отдельно носить объектив. А здесь, вот, пожалуйста, вставили, вынули вставочки, вставили все что угодно. Но и это еще не все. Сбоку есть вот такие вот крепленницы. То есть здесь отстегивается, и вот такое вот есть крепление. Я так предполагаю, сюда можно вставить штатив и закрепить его. С другой стороны есть маленький карманчик. Тоже есть вот такие вот петельки, за которые можно зацепить, привязать что-то, еще что-то сделать. В общем, шикарный рюкзак, шикарный. Я очень-очень доволен. Лямки регулируются, причем регулируются очень хорошо. Мечики, плечики очень-очень мягкие. Ссылочку на этот рюкзачок я обязательно оставлю в описании. Вы сможете перейти, что понравилось, приобрести рюкзак. Также я оставлю ссылочки в описании для средств, для чистки фотоаппаратов, фототехники, зеркальной техники. Можете перейти и посмотреть. Также планирую сделать группу по интересам, по фототехнике, по фотографиям. Кому-то будет что-то интересно, могу я рассказать. Могут меня чему-то научить, поскольку я начинающий фотограф. Все очень классно, мне очень-очень понравилось. Еще раз огромное спасибо супруге, я очень доволен. И сейчас я займусь тем, что буду перекладывать все в этот рюкзак, чтобы у меня все было в рюкзаке. Что еще я про него не рассказал? Вроде бы все, вот такой вот красный цвет, поскольку она знает, что я люблю яркие цвета. Очень удобно. Здесь есть надпись «Humang». Сам рюкзак, крышка его тоже сделана из такого очень плотного материала. На дне рюкзака есть вот такие вот ножички прорезиненные. То есть можно будет спокойно поставить, и я думаю, что не будет скользить, не намокнет, если будет что-то влажное. То есть если встанет на эти ножички, будет очень-очень хорошо. Ой, я доволен, я никак не могу сориентироваться, что, как, про него еще можно рассказать. Есть очень удобная ручка. Я думаю, все остальное я расскажу уже более подробно после использования этого рюкзака. На самом деле очень-очень-очень рад. Ну вот так вот, такой вот получил рюкзак. Спасибо супруге, спасибо моим подписчикам. Подписывайтесь на канал, будет много всего интересного, будут разные новые темы. А на сегодня я думаю, что все. Я начну перекладывать фототехнику в рюкзак. Вам всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик оповещения. После нажатия колокольчика оповещения вам будут приходить оповещения о том, когда у меня выходит новое видео. А на сегодня все. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Я сегодня счастливый и довольный. Иду монтировать это видео и выложу его обязательно. Обязательно прямо сегодня его и выложу. Всем пока, всем до новых встреч, всем всего самого наилучшего.